at birth. I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. Suppose that about 20,000 cars during a day and night. What about the foreign people? Are they gonna lose their jobs? No, we don't think so, because only cars and buses can use this new bridge, but tracks continue use this perron. Special place for Ivazovsky. He loved his town, he loved citizens, and he did a lot for the town and for the district. And he was a honored, the first honored citizen of Feodosia. And he helped with the building of railroad, he helped with the building of big commercial port, and he constructed a gallery here and opened it here as a public gallery, and it was the third public gallery in Russia after
Hermitage in St. Petersburg and Rumyantsev Museum in Moscow. And he donated his gallery and his collection of pictures to his native town. And so Феодосия meant a lot to Айвазовский. And he loved the nature, and he painted many times his native town. And many battles in which Russian fleet took part, and in which the ships of the Russian fleet won the battles. He was a friend to many Russian admirals, and the leaders of the Russian fleet, they loved him as well. And they visited his house many times, and they together made wonderful big balls, like Russian fleet and the citizens of Feodosia in here in Айвазовский's house. Всегда мечтали об этом. Это была, наверное, самая заветная мечта многих крымчан. Я не говорю обо всех крымчанах, ни в коем случае не обобщаю, но многие об этом мечтали. Когда в 2014 году мы воссоединились с Российской Федерацией, это было именно не присоединение, это было воссоединение, возвращение, все было справедливо, потому что не один раз говорил Владимир Владимирович Путин, что Крым имеет сакральное значение, помимо того, что это стратегически важное место для России, это еще и сакральная, священная земля. Здесь принял крещение князь Владимир Корсуни, все мы об этом знаем, апостолы, Андрей Первозванный тоже был на нашей земле, купец Афанасий Никитин, эта земля полита русской кровью, здесь было пристанище многих наших белогвардейских офицеров, которые покидали Россию. Крым был последним приютом для многих. Это земля, где жили и творили Александр Грин, Максимилиан Волошин, Антон Павлович Чехов. Этот список можно продолжать до бесконечности. Здесь, в Феодосии и в Крыму вообще был солнце нашей поэзии, наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому земля эта святая. Многие произведения здесь были созданы. И после 2014 года, да, действительно произошли изменения. Мы видим, что наше правительство, власти, они заинтересованы в
культуре, в культурном наследии. А в культурном наследии Ивана Константиновича Айвазовского, то есть помогают и картинной галерее, и нашему музею. Появляются меценаты. Раньше это было редко, а сейчас есть такие люди, которые готовы нам помочь. Делают дороги, все мы видим эти стройки века, делают Крымский мост, нас снова воссоединят с Россией. Уже открыт новый аэропорт, то есть это не пустые обещания, а все действительно это реалии, все это делается, и мы очень рады, и мы рады тому, что сейчас мы имеем право говорить по-русски. Говорить по-русски, и это главное. Мы работаем в музее русского писателя, романтика. Александр Степанович Грин, он не раз говорил о том, что фраза эта актуальна сейчас в наше время. Еще в 1919 году, прогуливаясь по Петрограду с поэтом Всеволодом Рождественским, он сказал: «Надо бы человечество отучить от войны. Ох, как надо! Сейчас некогда об этом думать, а когда-нибудь подумают. И мы, русские, первые». Это как никогда актуально и в наши дни. И мы рады, что наш маленький полуостров вновь вместе с нашей большой Россией. Thank you.
А как город сам основан в 212 году. Это упоминается в Синаксаре. Синаксаре — рукописный сборник житий святых. И там упоминается, что город основан аланами. Аланы — индоевропейские раноязычные племена, родственники сарматам. Они изначально и дали городу название Сугдея, что в переводе с иранского корня Сугда означает «святой непорочный». Греки называли город Сугдея, итальянцы — Салдая, славяне — Сураж, восточные народы — Суадах, Суэдаг, если в итоге Судак, что с тюркского означает «су» — вода, да, гора. Вода возле горы или гора возле горы. Who died? You understand? Yes, it's who died in water? Mm-hmm. All mm-hmm. And many mariners. I will show you the This is Isidor and Ida Strauss. They will together with on Titanic, mm-hmm, mm-hmm. And he said her. You can help. You can in boat. Mm-hmm. But she said, "No, sorry. I don't go with. I go with you died because we always very was together, mm-hmm, mm-hmm. And they died together. Mm-hmm. It's Titanic boat." Mm-hmm, mm-hmm.
Сейчас он пойдет туда вниз. Thank you.
MacBook. Oh, да. And the other one is a Quranic verse, which states that all the believers will drink water from heaven. This is the one, yeah. And there is a legend that Premier Lord Karim Jaihan fell in love with a really young, gorgeous woman. Her name was Dina Rikish, but unfortunately she died when she was young. И кто это? Just one against. And he was so in pain that he ordered his craftsman to make the stone cry. Mm-hmm. And it's impossible he made, it's like a symbol. You see the lotus flower on the top? It represents the man's eye dropping the tears, you see? And this is his heart, which is filled with tears and sorrow. And sometimes he forgets about his pain and his sorrow comes to this small lotus. But then he remembers about his love again, as his heart is full of tears again. Mm-hmm. And this lasts forever. You see the spiral on the bottom? The spiral symbolizes romance. Sadness. Yeah, sadness, love. So this is the origin fountain of the tale? Yes. This is the one? This is the one, made in the 18th century. I wanted to see it, I didn't know where it was. Mm-hmm. Well, it doesn't look like European fountains. Do you? It's like a drawing in my book. Yeah. It's just the same. But in fact, it's just like, this is a Quranic verse. The fountain was called Sesibi. It's the spring. Встаем на утро все намаз, форточки открыты, соловьи поют. Ракеты не летают, не бомбят, все хорошо, отлично. Это я шутка говорю, так оно и есть. Но он должен делать, он должен делать, он нас не ешает, если все забавляет. Хербер инсана, хербер мусульмана, хербер христиан, учен рус, учен армян, учен. Hepsi onların kendilerinin elindedir. Bizim bu kırımdaki. До 14 года и после 14 на будущее это все зависит от нас, от мусульман, от всех тех народов, которые проживают на полуострове в Крыму, и армяне, русские, украинцы. То есть как они, какое будет отношение их к тому будущему, как они будут формировать свое видение, от этого зависит наше будущее. И религиозные деятели, то есть они являются теми людьми, которые показывают обществу, в каком направлении двигаться. И в этой части сегодня лидер мусульман Крыма, лидер православных в Крыму по этому пути идут, и мир и покой в Крыму. Конечно, до 2014 года было многое не успели сделать, и есть этому определенные предпосылки. В частности, соборная мечеть, которую вы посетите, увидите, которая строится, ее мусульмане ждали очень долго. К сожалению, до 2014 года строительство так и не началось. Этому были предпосылки со стороны органов власти, украинской власти, они не давали возможности для начала строительства. Есть другой комплекс, называется сеть Сетар. В течение 8 лет не могли получить разрешительную документацию для строительства, хотя все документы были готовы, финансирование было готово, но приступить к работам не давали разрешения.
Но после 14 года, в течение полутора лет, один год и семь месяцев, комплекс был полностью построен заново. Я бы хотел, чтобы вы сами поехали, посмотрели этот комплекс тоже, хорошо? Вы можете посмотреть, тут недалеко, этот комплекс был за год и семь месяцев выстроен. Полностью, это был старый мечеть, в 1826 году был построен мэром города Симферополя Татарином. В то время мы его полностью почистили и построили новую мечеть. Там живут, люди живут? Ну, там мусульман нету, все русские живут вокруг этой мечети. Полностью, это старый город называют, Эскишехир. Здесь тоже мусульман очень мало, после высылки, потому что другие национальности живут, не мусульмане. Никаких проблем нет. Пять раз язан читаем. Здесь тоже так же, там везде по Крыму. Никто не запрещает. Мечети строим. Медресе работает. Все работает. Никаких проблем нету. У меня есть подарок для вас. Подарок. Подарок? Да, не за что. Библия по-русски и по-английски. Библия? Для нас. Корон по-русски и корон по-английски параллельная. И Старый Тестамент, да? И Новый Тестамент после. Вы сами верующий? Вы верующий сам? Да-да. Да. Вы христианин. Херсонес – это самая поздняя греческая колония, которая была основана в Крыму. Основали город выходцы из Гераклеи Понтийской в V веке до н.э. После референдума у нас с 16 года у нас новый директор, очень талантливый, толковый музейщик, которая работала много лет во Владимире Суздале. Она умеет работать, она выполняет много вообще-то всяких действий положительных и получает хорошее финансирование. Мы финансируемся по федеральной целевой программе. И в 17-й год у нас такой вот он ударный посещение. А вот мы идем в наш новый зал. Мы его открыли 18 августа. Тоже он был 12 лет у нас закрыт. Здравствуйте. Очень интересное надгробие, да, уже вот римского периода. Во время войны Великой Отечественной часть памятников наиболее ценных была вывезена сотрудникам в Екатеринбург, хранилась в доме в Херсонесе. Есть два храма, где мог креститься князь Владимир. Один на площади, где сейчас собор, а второе место – базилика по имени графа Уварова, ее сейчас называют Уваровской. Thank you.
грезы. Где бы мы ни бродили, там дни сменялись, как стихи. Баюкал ветер, а будили в цветущих селах петухи. Я видел мертвый город, ямы былых темниц, глухие храмы, безмолвный холм Чуфут-Кале. Снялись, я видел близкие оленей, кремистые гуси, скиты, скиты смиренные, и кельи древа в скале. And I want to see Crimea for myself. Shortcut propaganda about Crimea. I want to see things for myself. Он говорит, что... Иди, Мордыхай, иди! About Donetsk and Belarusia was a lot of propaganda, so I found also information that is not told in the media. And when there were other flies about this war, they stopped talking about this war, it's still going on, this war in Donetsk and that. So here's hopefully no war, but still a lot of misinformation. Our media are not just not doing their job, they're also lying on daily basis in Eastern Europe. In Europe media, many people, journalists say that Crimea, it's very dangerous. It's not not good. Смотри! У нас уже, наверное, хочу хорочка. Все хочу хорочка. Хорочек такой хороший. У меня лежит. Нет, он не лежит. Лежал. Мы крымской природы и ближайшие дни, конечно, мы будем праздновать 9 мая. Там вот, ощутить всю силу и полноту этого праздника. Спасибо большое. Да. У нас в гостях был бельгийский режиссер-документалист, который снимал фильм «Донецк», теперь работает в «Донецке», а теперь работает в Крыму, Бенуа Муш, и журналист, который там организация Екатерина Подольская. Спасибо вам большое, приезжайте к нам. Спасибо. Were you afraid to get arrested by Ukraine law? Да, ну, на самом деле, понимаете, когда вопрос стоит о том, какая судьба ожидает не только тебя там самого, а какая судьба ожидает твою родину, твоих родных, близких людей, ну и вообще тогда вопрос стоял не только там о нас, а вопрос стоял и обо всех крымчанах, то здесь, конечно, не было никаких сомнений, мы прекрасно понимали, что нужно действовать именно так, нужно действовать решительно и... В общем-то, мы все тогда верили, что крымчане нас поддержат. И, конечно же, мы очень рассчитывали, надеялись и в конечном итоге получили поддержку нашего президента, без решения которого, конечно же, тогда ситуация вот с процессами, которые в историческом уже контексте получили название «Крымская весна», эти бы процессы, конечно, без президента бы не состоялись. Но вы не боялись ареста, потому что спросил? А все-таки у вас была такая ситуация немножко... Ну, дело в том, что ведь мы занимались этой деятельностью общественной и политической еще при Украине достаточно давно. И к моменту, когда начались события Крымской весны, уже более 5 лет работало в начале общественно-политическое движение «Русское единство», которое возглавил Сергей Аксенов. Потом мы стали политической партией, причем всеукраинского масштаба. Собственно говоря, ни одного дня... ни одной недели, ни одного месяца, тем более ни одного года у нас не проходило без различного рода претензий, проверок и ущемлений со стороны правоохранительных органов. То есть мы под этой угрозой находились всегда на протяжении всей своей этой деятельности. Поэтому бояться этого, я думаю, нам не нужно было или и не стоило, потому что если мы этого боялись, мы бы не сделали того, что сделали в 2014 году. Нет, ну Крым сейчас переживает такой этап очень бурного, не просто экономического, но и социального, и политического развития. И, конечно, то, что сейчас происходит в Крыму, об этом еще там 4 там, или 5 лет тому назад мы могли только мечтать.
колоссальное количество инвестиций пришло в Республику Крым. Речь, конечно же, идет не только о государственных инвестициях в развитие нашей территории. И вы видите, что за это относительно небольшое время реализован целый ряд очень крупных инвестиционных и таких важных стратегических, я бы сказал, инфраструктурных проектов. И построен новый аэропорт, в который, я думаю, вы прилетали. Вот буквально скоро откроется Крымский мост, в создание которого никто не верил, ну, на Украине точно, ну, и наши, как их называют президент, западные партнеры, только палки в колеса всегда вставляли, а тем не менее, вот скоро уже открытие мостового перехода через Керченский пролив, это уникальный проект. Это и строящаяся трасса Таврида, но помимо этого, это ведь и не просто десятки, а сотни новых построенных и отремонтированных школ, детских садов, больниц, других социальных учреждений. Это сотни километров отремонтированных, починенных дорог, помененных коммуникаций. Это десятки газифицированных сел. Это отремонтированные клубы, которыми никто при Украине не занимался. И я бы мог этот ряд продолжать еще достаточно долго. Ну и, конечно же, это инвестиции, которые на сегодняшний момент вошли в Крым. И они не имеют государственного характера, это частные инвестиции. Это бизнесмены, которые возвращаются сюда, которые возрождают сельское хозяйство, возрождают крымскую промышленность, крымскую строительную отрасль, инновационные различные производства, которые появляются в Республике Крым. Вот все это, весь этот бурный всплеск, мы всем этим обязаны именно своему историческому решению и вступлению в состав Российской Федерации. В Крым поехали бизнесмены, поехали инвесторы. А инвесторы и бизнесмены, вы знаете, они всегда очень чутко, безусловно, следят за политической ситуацией. Но самое главное, они, как принято говорить, голосуют там, рублем или долларом, или евро, или любой другой валютой. То есть, если иностранцы поехали в Крым, если они открывают здесь свои производства, если они вкладывают в крымскую экономику и, соответственно, в российскую деньги, значит, они уверены в стабильной политической и экономической ситуации и в России в целом, и в Крыму. И это является, на самом деле, главным показателем вот, и нашей открытости, и готовности иностранных партнеров присутствовать в Крыму и участвовать в экономике и в развитии экономики республики. Угу. Построен не на государственные деньги, а по предложению одного из жителей нашего города. В 2005 году он предложил выделить вот эту землю ему для создания музейного комплекса. В 2008 году был подписан договор аренды, то есть земля принадлежит городу, и мы за эту землю платим арендную плату ежемесячно. И с 2008 года начали расчищать вот территорию, а территория 8 гектаров. Значит, расчищали. Почему? Потому что здесь оставалось огромное количество того, что мы называем отголосками прошлого. То есть бомбы, снаряды, ящики с коктейлями Молотова. Вот это извлекали. Саперы здесь работали, гранаты, патроны. Наша батарея стала, знаете, как бы центром последних очагов сопротивления. Почему? Когда уже Севастополь был занят немцами, а произошло, немцы оказались в городской черте в центре города уже 1 июля 1942 года. И вот на этих самолетах отсюда эвакуируется командование, и на подводных лодках приходит командование Приморское. А остатки войск, когда они увидели, что командование стекается сюда, уходит куда-то, что делает простой солдат? Он идет за командиром. То есть все, кто оставался здесь еще, в Севастополе, то есть защитники оставшиеся, они все пришли сюда. И вот этот небольшой клочок земли, он оказался просто заполнен бойцами, которые продолжали здесь оборонять эту землю, надеясь, что сюда придут корабли, что будет организована эвакуация, или, может быть, прибудет пополнение, и таким образом они смогут отвоевать те позиции, которые уже были заняты врагом. Этого не произошло, то есть эвакуации не было. И вот по самым скромным подсчетам историков, здесь, вот на этом клочке суши, остается около 80 тысяч защитников. Были здесь, находились здесь без еды, без медикаментов, без боеприпасов и даже без воды. Потому что здесь, вы видите, никаких рек нет, озер нет, только морская вода. Морскую воду пить нельзя. Отказывают почки, если ее пьешь. И вот мы здесь находимся.
Изменилось только одно. К нам приезжают, допустим, из Киева, из Днепропетровска. Приезжают для того, чтобы, как вот мне сказали, я разговаривалась с нашими посетителями, говорю, вы откуда? Они говорят, из Киева. Я говорю, да, очень правильно сделали, что приехали. Они говорят, конечно, правильно, мы же помним свою историю. И те, кто сейчас едут на Украину, вот они порой приезжают к нам, я говорю, а что, вы у нас не были? Были. Я говорю, а зачем же опять приехали? Зарядиться, набраться мужества, вспомнить все, как это было, потому что Украина, извините, отказалась от своего участия в Великой Отечественной войне. Украина сказала, что она сражалась с большевиками и с оккупацией немцев. И на Украине, ну, что далеко ходить, те, кто, допустим, Шухевич, те, кто создавали дивизию СС «Галичина», они теперь герои. Для нас это враги. Может быть, знаете, если бы Украина была более лояльна в своем отношении к нашему прошлому, может быть, не было бы столь резкой вот это вот неприятие нынешнего киевского режима. Потому что у меня вот воевали мать и отец. И что же теперь говорить, что они были врагами? А не украинцы по национальности. Они воевали за свою советскую родину. А их обвиняют в том, что они, значит, большевики и так далее. То есть, понимаете, как-то искажение истории, оно приводит к тому, что человек, чью историю стараются уничтожить, а ведь ее старались уничтожить, не было понятия «Великая Отечественная война» в учебниках истории украинских, и нет и сейчас там этого понятия. Есть Вторая мировая война, и Украина стоит на особе. Но извините, здесь украинцы защищали Севастополь, русский город, защищали ценой своей жизни. Точно так же, как наши ребята, там, те же сибиряки, там, откуда угодно, из Казахстана защищали Киев. Ведь Киев тоже оборонял. Вот, понимаете, нельзя отрицать свою историю. Ибо это нельзя плясать на костях погибших. Ибо это приводит к тому, что получилось. Через века, через года, улица. Thank you.
Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их! Мы их осилим! Мы им докажем! Гудел паровоз. В глотку не лезла горячая каша, полночь была как курок сведена. Мы разобьем их! Мы им докажем! Мы их осилим! Шептал лейтенант. Родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской, непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе.
а всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, родина моя! Третье лето, третья осень, третья озимь ждет весны. О своих нет-нет и спросим, или вспомним средь войны. Вспомним с нами отступавших, воевавших год и час, павших, без вести пропавших, помолившихся за нас. Отче наш, сущий на небесах и взирающий на жизнь нашу без отчизны, под опеку свою нас детей твоих верных возьми. Осуши слезы, омрачающие наши души. Да светится имя твое здесь, на земле, где мы поневоле, покинув дом родной, тайно шепчем молитву среди врагов. Да будет воля твоя, взываем смиренно, веря, что и муки, и счастье все от тебя, что ты все воздашь нам, о Боже великий всемогущий, и вера глубокая судьбу нашу услатит. Господи, хлеба насущного для нас не пожалей. Дай силу выжить и дай веру душе, что не бесцельны ссылка эта и эти лишения, что за давние прегрешения наши, наверное, страдали. Прости нам долги наши, слабостью порожденные. В час, когда душу наполняют сомнения, отчаяние, боль, и когда многие, о Боже, под крестом упадают. Не веди нас во искушение, душу губящие, но избавь нас от всего злого и на родину нас возврати.
вы отдали жизнь, чтобы зори светили, чтоб в наш милый край приходила весна. Чтоб детские слезы от радости были, чтоб в дом никогда не стучалась война. Пусть Крым наш чудесный становится краше, пусть звезды над нами сияют всегда. А мы будем помнить и внукам расскажем, что слово «война» — это значит «беда». Мы жизнь молодую свою начинаем, хотим, чтобы нами гордилась страна. А вам, ветераны войны, обещаем, что память о вас сохраним навсегда. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, мы просим всех зажечь свечи и возложить их к мемориальной стене с именами павших в этом страшном концлагере. Пытаемся переделать историю. У нас все памятники, неважно кому, украинцу, русскому, татарину, у нас все в порядке, все поддерживается, у нас не переименовываются ни улицы, ни города, ни села. Нормальные мы, адекватные люди, мы россияне. И это уже навсегда. Я не говорю о экономическом плане. Все строится, возрождается, детские сады, школы, дороги. А самое главное, восстановилась связь вот, родная. Вот. У меня брат родной в Сочи, в Адлере живет. Сейчас тоже, наверное, на таком же мероприятии. Скажите, вот, что бы вы пожелали молодому поколению, которое дальше будет беречь этот мир? Я, во-первых, хочу пожелать, во-первых, мы 73 года, мы чувствуем, ну, мирное небо. Сопоставить с нынешними реалиями, Сирия, все глобальные точки, которые произошли. Человечество как бы, само ведет себя катастрофу. Всей молодежи мы должны передавать все традиции, чтить дедов наших, даже независимо. Вот это моего отца, дед, отец родной, он воевал. Вот это моей матери, дядя, он погиб в Эстонии. Карту. Но мы не можем найти след, если есть возможность через это, если кто-то может видеться, пускай он, ну, как бы в интернетной форме перешлет вот это, именно вот поэтому. Вот это, я вам хочу для истории сказать, вот для всей, вот этот крымский татарин коренной, он с Балаклавы, но видоизмененная вот эта фамилия, имя, отчество, с чем связано? Чтобы его не репрессировали на тот период. Ну, время было только военное. Я просто чуть-чуть разволновался, но это ничего. Он видоизменили ему метрику. И он стал вот это Василий Прокофьевич. Но я не знаю, как настоящее его имя, но он крымский татарин. Он даже по профилю как бы это. У него сестра Балаклаев, но ее сейчас уже нет, он как говорит. И он тоже в военной разведке воевал, естественно. И я рад, что все равно Крым остался, как говорится, в лоне этого России. Независимо от того, мои родители исконные украинцы, мать и отец Сумской области. Но по случаю обстоятельств они тоже были участниками этой истории. Это поражает. Едешь, наслаждайся. Я выезжаю вот со своего этого, наслаждаюсь. Все красиво, все прекрасно. И лучше Крыма нету ничего. Потому что 14-й год был очень страшным, тяжелым. Как раз дети были маленькие еще, мы очень радовались, когда мы пришли в Россию, потому что мы понимали, что нас наконец-то защищают. Ну вот наш режиссер Бенуа говорит, что в
Европе очень большая пропаганда, и наоборот говорят, что в Крыму все плохо, что здесь разруха, что все-все-все не так, все не так. Что бы вы сказали той пропаганде? Ну, это все неправда. То есть, действительно, в Крыму у нас наши санатории, пансионаты, все было заброшено, все было в разрухе. Сейчас это все восстанавливается, работа, дети бесплатные путевки начали получать. У нас этого давно уже не было. Дети в РТЭК ездят у нас бесплатно. Те, кто учится хорошо, отлично. И очень много чего происходит. Действительно, у нас дороги везде начали строить. Даже в деревнях начали делать дороги. Где 45-го, наверное, никто ничего не делал. Поэтому в Крыму сейчас намного лучше стало жить. Мы не против Украины были, но против того, чтобы, конечно, военные действия, как в Донбассе, везде нам очень этого не хотелось. Фронтовик, значит, наш. По Украине все было понятно. Власть в Киеве была захвачена вооруженным путем. Законная власть была свергнута. Вы переводить будете, да? Или? Да, да, нет, он потом придется сам. То есть он понимает вас, в принципе? Понятно. Власть свергли вооруженным путем. Законная власть Украины сбежала на тот момент, бросила всех своих жителей на произвол судьбы. И крымчан в первую очередь, поскольку все понимали, что в Крыму, там, где особенно, то есть, как бы, сильные пророссийские настроения, где люди чтят и уважают победу в Великой Отечественной войне, где другое отношение к ветеранам войны, где вообще своя история, которая была духовно связана с Россией. То есть, как бы, все понимали, что Крым пострадает, наверное, больше всех. Ну, такие планы были. Потому у нас просто не было другого выбора. Нам других вариантов не оставили. Вот и все. Мы вынуждены были самоопределяться. То есть, как бы, и, конечно,
главное решение, которое было принято по желанию людей прежде всего, это вернуться на историческую родину, воссоединиться с Россией. Так что все было сделано согласно на тот момент и украинского, и международного законодательства. Все это происходило в период, когда ни президента Украины не было, то есть ни правительства законно избранного не было. Нам приходилось самим искать выход из этого положения. Там, ну, мы не думали о том, что нам надо чего-то бояться. То есть как бы, мы думали о последствиях, что если мы этого не сделаем, чего нам придется бояться. То есть как бы впоследствии мы понимаем, были бы дальше незаконные аресты, преследования пророссийских активистов. Вернее, сценарий весь вот он происходит сегодня на самой Украине. Вы видите, там все, кто пророссийски настроен, сегодня подвергаются репрессиям, задерживаются. Вчерашний скандал на телеканале «Интер», который показывал советские концерты, концерт советских лет, песни советских военных лет в данном случае. Вчера активисты там блокировали, оскорбляли и так далее, то есть требовали лишить лицензии. Вот вам то, что было бы в Крыму. Ярко, понятно, было бы отмечено. Так что мы не колебались, мы были уверены в своей правоте и не думали ни о каких арестах там, и еще о чем-то, о каких-то последствиях. Там. Я для себя путь окончательный выбрал и не колебался. Так что все было сделано правильно. Мы просто очень быстро действовали, мы не колебались. То есть мы приняли решение для себя. То есть один день давали киевскому режиму на принятие решения об освобождении административных зданий. И это касалось и Киева, и других регионов Украины, где националисты физически, то есть как блокировали воинские части, где захватывали административные здания. Уже и в некоторых регионах во Львовской области, в Тернопольской оружейной комнате уже даже там были захвачены и так далее. То есть как бы до последнего пытались привести всех в чувство. Как только мы поняли, что мы однозначно, то есть как бы не сможем обеспечить и защитить своих граждан, защитить русскоязычное население в Крыму, то есть, конечно, мы перешли к радикальным действиям, начала формироваться самооборона. Во-первых, она формировалась весь февраль месяц, и такие решения были приняты. И просто, знаете, как, наверное, звезды совпали, то есть когда все подошло к такой точке, когда возникло основное напряжение, мы к этому были готовы просто к развитию событий. И плюс спасибо, конечно, слова огромной благодарности нашему лидеру, нашему президенту, который принял единственное правильное решение. То есть, как бы, и вот, если бы не лидер, то есть неизвестно, как бы ситуация здесь развернулась. Может быть, еще больше было бы крови, чем на Донбассе и в Луганске. Так что вот нас поддерживала вся страна, мы эту поддержку чувствовали, каждого россиянина. Так что, знаете как, были на таком подъеме, действовали дерзко, нагло, не давали оппонентам времени опомниться. То есть, как бы, по правилам военного искусства действовали везде на опережение. Там процесс идет, но, и, на мой взгляд, это как мнение могу сказать, что с этой властью украинской договориться никому не получится. Там у них другие интересы, они работают на американцев. И мы четко понимаем, что кроме своего кармана, то есть как бы их сегодня ничего не заботит. Их и их граждане, которые проживают на Украине, тоже их абсолютно не заботят и не беспокоят. Их судьба, там, они абсолютно наплевательски к ним относятся. То есть здесь все понятно. То есть перспективы при нынешней украинской власти открыть канал нет. Главное, вы увидели, что участие молодежи. У нас сейчас и юноармейцы, кадеты, сколько школьников было, то есть молодых людей. И вообще, я могу сказать, что крымская молодежь, она очень патриотично настроена. Мало того, она правильно понимает эти ценности жизни. И еще раз говорю, в каждой семье есть история о подвигах своих родных и близких. Во время Великой Отечественной войны каждый проявил себя должным образом. Была большая командная победа нашей многонациональной большой страны, Советского Союза. Так что, когда посмотришь, то есть понимаешь, что крымская молодежь полностью пропиталась этим духом, духом нашей победы и вообще российским духом. Так что у нас все в порядке, и есть кому в будущем реализовывать все задачи, поставленные президентом нашей страны. С великим днем, который мы будем передавать из поколения в поколение. Добрый день, дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е и 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить организаторов этого проекта. Они без всякого преувеличения поставили общегосударственные, национальные интересы выше личных и групповых.
хочу поблагодарить саперов, которые здесь начали работать. Вот сейчас мы об этом вспоминали. Экологов, археологов, ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке. В пик более 15 тысяч человек. 220 предприятий смежников. По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. А вы лучшие люди, лучшие строители. Спасибо вам большое.